Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, угадайте, где я? Никогда не угадаете. Показываю. У нас так холодно, я просто в шоке. Просто в зимних куртках. Я достала зимнюю обувь новую, с мехом. Смотрите, какая подошва, потому что очень холодно. Вот так. Смотрите, как красиво. Это все, что я умею делать в бильярде. Просто подбираем свой. Смотрите, вы не знаете, что нужно делать в бильярде. Вы просто подбираете шарик под цвет ваших ногтей. Ногтей. Вот я нашла. Значит, я выиграла. Они все еще ищут. Господи, как красиво. Ну, шарик реально топовый. Забить, чтобы у нее тоже был шарик, чтобы ему не было так обидно. Монтаж. Ну не стыдно. Мы уже закончили играть и зашли в магаз. Смотрите, какие штучки. Мне ничего не надо, хотя свечки 25, понимаете, да? У меня скоро день рождения. Очень много, кстати, выбор свечек, даже для мальчиков. Дом покажу, что купим. Ну, такое, знаете, все. Просто нужное для жизни. Ну, я все такое купила явно. Не знаю, как вы. Много акций. Такая вот продукция. Смотрите, как настоящий йогурт. Кстати, прикольно. Это что? Скраб, душ, пилинг. Не, пилинг, кстати, вот для... Для кожи головы и для лица я очень люблю пилинги, но касаемо тела мне мало. Если я уже и делаю, то хочется, знаете, реально отскрабировать себя по полной. Так, с персиком, протеином. Ну, короче, понятно, прикольно, но нет. Интересно, а скрабы другие здесь есть?
Так что, ну вот это явно вкусное, потому что это с шоколадным вкусом. Вкусом. Шоколадным ароматом мне понравится. Но, ой, что это? Первый раз такое вижу. Что? А, мыло, жидкое мыло? Зачем так? Типа повесил куда-то? Как клатч. Я в шоке технологии. Мне такое не надо. Вот такая продукция, она какая-то польская вроде. Что у нас? Я везде, где вижу шоколад, мне то все надо. Но здесь у меня пока все есть. Кстати, краски, которыми я раньше пользовалась, да? Но мы помним, что, конечно, они ядерные. У меня нет седины, поэтому вот реально, если у вас тем более седины нет, пожалуйста, девочки, не надо. Вот такое, Тресемме. Не знаю, в России есть, нету color. Для окрашенных. Дальше, что у нас? Вот это я никогда не пробовала, хотя очень многие хвалили. Стоимость, смотрите, вообще 150 лей. Напомню, доллар сейчас где-то 18. Банановый. Не знаю, выглядит как будто, знаете, не очень хорошо для ваших волос. Кондиционер вот еще есть. Короче, не знаю, не знаю. Я ищу скраб. Я люблю, кстати, когда мне дарят скрабы, потому что это очень такой, знаете, продукт нужный. Кстати, идеал Дейзик. Дейзик, Дейзик, Дейзик. Реально очень много акций. Паник меня так смотрел. Скраб. Я говорила про скраб. Я реально люблю скраб, потому что это максимально, знаете, продукт, который уходит. О, смотрите, Head & Shoulders с кофе. О, это должно быть прикольно. Вот для волос бальзам. Я уже не хочу таких Head & Shoulders, хочу что-то уже такое профессиональное. Кондиционер Color. Ну вот, допустим, да, шампунь и вот такой вот кондиционер. Нормально. Если не хотите прям очень много тратить, то тоже ок. Съез кератин, это что, типа бисульфатный должен быть или как? Блюлотс, тра-та-ты-тра-та-ты. Окей. Вот Натура Сибирика, тоже раньше в России была очень популярной, очень. Не знаю, как сейчас. Эльсеф у меня был, я снимала вот такой, это для окрашенных волос. Для блондинок, если вы видите, если видите фиолетовый, то это для блондинок. Антижелтизна, так скажем. Вот еще, смотрите, какие продукты. У меня тоже такое было. Ну и подарочный. Так, что по дезикам? Какой будем брать? У меня есть, у идеала нету, хотя я вам говорила не раз, что я очень люблю мужские. Спорт, клин, клин, кул, фреш. Ой, что-то выглядит стрёмно. Ну, ладно. Что посмотрим, еще здесь есть. А ну эти. А, ну они норм, тут что был. Идеал такой норм? То, что заканчивается очень быстро. Кстати, эти тоже вроде норм. Old Spice. О, смотри, Old Spice. Ой, это не тот, она. Не вижу. Water. Old Spice очень вау. Так, это он. Да, я себе такой возьму, Old Spice. По цвет моим ногтям, кстати. А это что? О май гад, был. Контроль, ну понятно. Все вам показала. У кого есть кошечки, вот столько все стоит. Но видите, у нас, конечно, не супер мега. А вот здесь продукция, которая именно из Молдовы. Ну что, допустим, мицеллярная вода для нормальной и комбинированной кожи. Ну нет, нет, нет. Я бы, наверное, не брала, хотя, возможно, зря. Опять для котиков. Ну и такое. Я здесь очень редко что-то смотрю, потому что мне не нравится ничего. Это что у нас? Парфюмированная вода вот какая-то. Ну такой. О, вот это вот удобно. Сколько здесь? 115 миллилитров. А, нет. Вручную класть явно не пойдет. Вот в итоге что мы взяли. Сразу распаковку в магазине. Ну, тут такое, знаете, все, всего по чуть-чуть. Чтобы не показывать вам дома рыбку, взяли вкусную, которую я люблю, моя сумка. На улице минус 300. Вот такое тоже.
тренироваться, если дела. Авокадо давно не ела, полезно есть. Короче, губки меняю очень часто, поэтому беру обычные, но меняю их очень часто. Old Spice, рыбка, ну, впрочем, так. Просто, чтобы вы понимали, такая погода в Кишиневе. Это максимально редкий момент, потому что за день выпало столько снега. Я в новой зимней куртке. Надеюсь, ветер не мешает мне говорить. В новых зимних сапогах. Все привезла, потому что... Но это так странно, потому что сначала я была просто в лоферах, да, потом осенняя обувь, и я буквально успела, ну, в осенней обуви походить 3-4 дня. Все. И сразу, считайте, перешли на зимние. Но в шоке все, могу явно сказать, спасибо, что тяжело здесь, потому что город не готов к такому снегопаду. Потому, ну, например, в Москве, да, там такое everyday, начиная с октября, ноября. Здесь же не так, поэтому здесь нет столько машин, которые по дорогам будут все чистить. Здесь нет столько, да, ну, такого количества людей, которые на улицах будут все убирать. Здесь, в принципе, я думаю, все как обычно, но добавили, возможно, там кого-то. Но это очень мало, поэтому странно. Боже, я реально понимаю, просто капюшон, я готова петь ему оды. Обычно, знаете, капюшон идет вот так, и тебя все равно сюда все забивает. А тут, смотрите, вот так, и это так помогает, потому что... Мы переходим дорогу. Потому что тебе ветер реально не... Ну, почти что вообще не заходит. Так, с такого ракурса снимай, нормально? Понятно, по возможности не сбиваем Ангелину. Поэтому топ, перчатки, все как всегда, реально очень холодно. Но мы держимся. Знаете, мне это всего лишь говорит об одном. Значит, скоро my happy birthday. Вот так как-то, девочки. Ой, если завтра будет тепло и это все начнет таять, уже начало. Но если еще больше, о, весело. Видите, у меня курточка длинная. Змейка такая, может, хоп открыл, хоп закрыл. Видите? Это очень много снега для данного расположения. Ну ладно. Все, мои хорошие, буду заканчивать. Будем дома смотреть какой-то фильм. Ну, или время 16 по классике. Кушать рыбку, пить пиво, пить тоник. Ну, это уже я. И Netflix Night. Netflix Sunday у нас, конечно же, будет. Всем любви, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!